же никуда не деться, мы не можем футбол показывать без интершума с выключенными микрофонами. Удар, Тулебаев, и добивание 2-0. Второе добивание. И второй раз подряд практически Танат Мусирбаев. Смотрим повтор. Дальний выстрел. Тулебаев отбивает и вроде бы в сторону, вроде бы правильно, но никто не держит Мусирбаева. Сначала его потерял Ерсалимов, дальше не досмотрел Сапанов. Все по делу. Ордабасы ведет.